Литература и живопись – две грани искусства, которые неизменно притягивают к себе думающих и талантливых людей. Неудивительно, что накануне новогодних и рождественских праздников Белорусская ассоциация творческих людей и Брестская центральная городская библиотека имени Пушкина объединились, чтобы провести яркую и незабываемую выставку под названием «Рождество в красках». Готовя эту выставку, мы преследовали несколько целей. Первая цель – это заодно еще раз поздравить нашу замечательную городскую библиотеку с этим юбилеем. Второе, у нас сейчас праздники Рождества и впереди Новый год. И так как год тоже такой, ну, непростой, мы все это почувствовали, каждый, наверное, гражданин Республики Беларусь это на себе почувствовал. Вот, поэтому одна из целей, конечно, подарить немножко радости брещанам в образе вот этой выставки. В честь юбилея художники Белорусской ассоциации творческих людей подарили свои работы Центральной городской библиотеке, а значит и всем брещанам. Еще одним сюрпризом вечера стало появление новогодних персонажей. У нас была такая задача собрать талантливых художников, может профессиональных, может любителей, объединить их, как говорится, под своим крылом. И вот уже более 20 выставок прошло, и сегодня выставка особенно знаменательная у нас, так как она приурочена к нашему юбилею, который мы отпраздновали в начале декабря. И сегодня художники своими работами тоже поздравляют нас с юбилеем. Чтобы подарить посетителям ощущение радости и волшебства приближающихся праздников, свои яркие и талантливые работы, написанные маслом, акрилом, пастелью и акварелью, представили 13 брестских мастеров кисти. Своим творчеством украсили выставку и ремесленники нашего города. Особую атмосферу праздничного вечера помогла создать и красивая гитарная музыка. Этой выставкой мы хотим подарить брестчанам и, может быть, гостям нашего города волшебное праздничное настроение, потому как эти праздники веселые должны проходить в буйствах красок, поэтому у нас представлены как именно и новогодние рождественские сюжеты, так и просто яркие работы, чтобы подарить все-таки людям хорошее настроение. Прикоснуться к миру прекрасного и прочувствовать Рождество в красках можно будет на протяжении 2 недель. Именно столько выставка будет радовать ценителей искусства в арт-пространстве Центральной городской библиотеки.